Слава Иисусу Христу, братья и сестры, дорогие друзья, всех приветствую, благословляю именем Господним. Сегодня провожу семинар, добро пожаловать, подключайтесь сегодня в 15.00, потом в 16.00 и в 17.00. Будут три части, по 30-35 максимально минут. Эти три части короткие будут посвящены 1030-летию крещения Руси, покаяние в инквизиции, в насильственном крещении. Как Николай Лесков говорил еще в 19 столетии, Русь была крещена тогда, но не просвещена. А о самом крестителе, князе Владимире, ставшем палачом своего же народа, он сказал так: он принял христианство, но не принял Христа. И вот это христианство без Христа — это величайшая трагедия. И не только Руси, вообще этого мира. Но наша задача сегодня, чтобы христианство — это Христос. Мы говорим «христианство», подразумеваем «Христос». Мы говорим «Христос», подразумеваем «христианство». Вне Христа нет христианства. И сегодня семинар будет посвящен этой молитве как раз, и покаянию в антисемитизме, значит, в экстремизме религиозном, терроризме. И вот то, что было 1030 лет тому назад, этот религиозный терроризм, который на государственном уровне вот таком практиковался, это большая беда, это инквизиция, пришедшая с Византии к нам вместе с ритуальным христианством, испорченным греко-римской философией и всевозможными ересями. Я буду об этом говорить, я говорю об этом на семинарах, но буду рад сегодня тоже послужить вам. Дорогие друзья, на Ютубе, на моем канале Ютуба, и также на Фейсбук, на моей официальной, блин, так, странице, там ссылки все есть. Все с Богом, друзья, до встречи. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Ну и как по скрипту еще тоже замечание, кто будет в Киеве, в воскресенье, вот это, получается, 29 будет число уже, приходите на служение, будем как раз тоже об этом говорить, молиться, буду продолжать тему во время служения нашего. Вот, и будем молиться с покаянием в крещении Руси, с покаянием в инквизиции, в преследовании инакомыслящих, значит, и действительно будем просить Бога о милости, о благодати для нашей земли, для наших стран, слава Господу, для всей нашей страдавшейся планеты. Вот, а служение проходит, знаете где, да, это станция Метрокловская, улица Первомайского, 6, здесь, значит, в Киеве, в арендованном помещении, храма своего у нас нету, здесь мы арендуем помещение. Все с Богом. Люблю всех вас, благословляю во имя Господне. Аллилуйя. Да.